Нина Федоровна застала блокаду 9-летним ребенком. Она жила в Ленинграде на Васильевском острове вместе с мамой, которая работала в военном госпитале. Нина Федоровна до сих пор вспоминает страшные события тех времен сквозь слезы. Вместе с семьей она вырвалась из оккупированного фашистами города в самый разгар боевых действий. В августе 42-го она оказалась в Куйбышеве. Был призыв помочь в госпиталях. Вот. Сначала, конечно, там оборонительные рубежи, эти окопы они копали и так далее, и тому подобное. Например, мама после этого никакие фильмы, ничего, вообще не говорила об этом, никому ничего не рассказывала. Военная осада Ленинграда началась 8 сентября 41 года и продлилась до 27 января 44. Фашисты блокировали город 872 дня. Борьба за освобождение Ленинграда была ожесточенной и кровопролитной, ведь советским войскам противостояли не только немцы, но и выходцы из Италии, Испании, Финляндии и даже добровольцы из Северной Африки. Куйбышев не остался в стороне в это сложное для людей время. Местные жители оказывали ленинградцам помощь. Отправляли в оккупированный город продукты, теплую одежду и медикаменты. В 42-м году в запасную столицу СССР начали эвакуировать детей. Всего более 5000 мальчишек и девчонок. Их разместили в детских домах, общежитиях, а также у председателей исполкомов Куйбышевского, Ульяновского, Сызранского и Меликесского госсоветов. Ленинградских детей выхаживали как своих. Благодаря врачам и воспитателям Куйбышева они выздоровели, окрепли, со временем вернулись к мирной жизни. Так случилось и с Ниной Федоровной. Прожив некоторое время в Куйбышеве, она снова оказалась в Ленинграде. Поступила в техникум, чтобы вновь вернуться на берега Волги и закончить Куйбышевский университет. После этого она работала на различных предприятиях Самарской области. Сейчас ей 86 лет. Она до сих пор активно занимается общественной деятельностью и занимает пост председателя организации жителей блокадного Ленинграда в Октябрьском районе. По словам представителей городских властей, в Самаре сейчас проживают 143 жителя блокадного Ленинграда. Конечно, их осталось очень мало. Возраст у них у всех достаточно большой, поэтому каждому должно быть оказано внимание. И каждый день их становится меньше и меньше, поэтому обязательно каждый из них нуждается в нашей поддержке, помощи. И самое главное для них, вот чтобы о них помнили. Уже в понедельник, 27 января, в Самарской области отметят 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. В школах и вузах региона проведут уроки мужества, а также организуют вахты памяти. Жителям блокадного Ленинграда передадут памятные открытки и подарки от губернатора Дмитрия Азарова. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.